Он убил хирургом, даже нейра, хотя и путал мили с га. На съезде в Рио-де-Жанейро пред ним все были милюзга. Всем, кому уже жить не светило, превращал он в нормальных людей. Но огромное это светило, к сожалению, было еврей. В науке он привык бороться, и за скачком всегда скачок. Он одному первопроходцу поставил новый мозжечок. И всем, кому уже жить не светило, превращал он в нормальных людей. Но огромное это светило, к сожалению, было еврей.